Пустячок, а приятно. 4000-м пользователем транспортной карты стал активист Владимир Батурин. Напомним, в МОП ОПТ объявили акцию. Тысячные пассажиры, воспользовавшиеся электронным проездным, получают в подарок 10 бесплатных поездок по тарифу «Пересадка». На этот раз повезло Батурину. Владимир не только агитирует ивановцев пользоваться электротранспортом, но и сам регулярно передвигается на троллейбусе. Правда, рассказывает общественник, хотелось бы чаще. В том районе, где я живу, к сожалению, нет контактной сети, но в то же время я использую мультимодальные поездки. Это велосипед и троллейбус. Иногда где-то его пристегиваю, дальше еду на троллейбусе, либо, может быть, даже вместе с велосипедом захожу в электротранспорт, что гораздо удобнее, плюс ко всему успеваю сделать пересадки, дешевле. Если бы все-таки контактная сеть была в моем районе, я бы купил безлимит, и это намного удобнее.